Фальшстарт будет, блядь. Так, нахуй. Здорово, ебать. Свет дали, ууу, блядь. Дайте мне вейп, пожалуйста. Вы посмотрите, кто там нахуй. Кто? Опа! А что, ты запустил уже? Типа это 25. Я постримил 5 минут, блядь, походу. У вас, кстати, в этот... Кстати, туда что стрим не ушел. Пацаны, я машину купил. Ну как купил? Почти купил. Показать? Нормально? Стикеры! Не, ну тоже презентация. Подарок, как вам? Как вам? Завтра приедет. Ваня бедный, блядь, поверил. Уже пишет, что ты за машину там купил. Расскажи, расскажи. Скидкой. Вчера прокатались на самокатом с ним, и так понравилось ему, бедняги, блядь. Пацаны, 20 тысяч долларов, блядь, стоит. Они ж не поймут. Они когда видят этот значок, они говорят, это доллары. Пацаны, есть что это значок долларов? Мерседес или Беха, не пойму, да это лучше, блядь, это новое. Новая мета. Бля, пиздец, я так был настроен на стрим, когда запускал, а сейчас вообще не буду что делать. Что будем делать, пацаны? Братан, ты бы знал, сколько у нас нарезках везде, блядь. Ёбнешься. Уже в новых? И в новых, и в старых, блядь, и во всех. Сейчас мы заказали суши, будет трапезнические процедуры. Грязюки навалим, пиздец. А где теперь посмотреть этот? Я все не знаю. 50 тысяч, да, 50 тысяч рублей, получается, стоит. А ты какой ты взял? Вот, вот этот. Это а ты бы узнавал о них? Или ты просто так первый попал? Нет, вообще, ну, типа, очень серьезно отнесся к этому вопросу. Я по внешнему виду. А это по первой ссылке в Google. А сколько он едет? 25, наверное, или 10? Да. 25? 25, да. Чел, да это ж хуйня. Ты даже, это как 25, это вот та машинка, которая ехала. Нет, нихуя. Да? Нет. Да? Нет. Да, он 40 должен минимум ехать. Да нет. Охуенно едет 40. Я бегаю быстрее, да по пизде, да. 25 кимэнчил, это как ты на машинке вот уездил. Посмотри другие. Так я уже заказал, бля, я оплатил уже. Ебать, ты такой, ты хоть бы спросил совета у друзей. Так это пиздатый. Там... Не знаю. Фух, блядь. Выключи микро. Да не, все нормально. Нету ничего. Вот эту, если кнопочку нажать, то туда даже бы нахуй вылез просто мой. Здорово, бля. Что здорово. Слышно? Давайте расскажите, что слышно. Здорово, бля, я слышу. Короче, я хочу сыграть с вами дурака на коктейль. А карты где? А вы покупали вчера? Это мы их забрали обратно, блядь. Блядь, ну сука. А что осталось? Мы забрали обратно карты, пацаны. Алис осталось, так
Городские руины. Давайте что-то другое тогда. Монополия. А ты вообще Twitch FM не смотришь? Ты смотришь? Да нет, я смотрю, у меня просто такой, типа, день Twitch FM, блядь. Когда я не знаю, что делать на стриме. Такой чисто день Twitch FM. А ты каждый день, что ли, получается? Так а нет. Это вы на Хинкали напали? Брат, мы тебя объедим. Монополию? А давай монополию. Я не умею играть. Ты чё? Ну там её будет хуёво видно. Да, ну кивай на пол. Блядь, поприходило за что-то. Не понимаю даже за что. А, я думал, это пиздец у тебя. В Донетку бы сыграть. Мы с Ликсом играли, ебать имба. Донетку? Сегодня мы играли. Такая имба, да, загадки. Так, ну так это надо найти какие-то. Как, есть сайт с Донеткой? Просто вот, чисто поиграй сейчас с пацанами. Я ей вопросы позадаю. Я чата не вижу вообще. Может кто-то не понимает. Громче! Громче что? А ты музыку выключил? Что, музыка играет? Да. А. Чё громче-то нахуй? А на музыку похуй. Починил. Донетки. Донетки с вопросом. И самые интересные донетки. А, там трек Exile был просто. Так, вы готовы? Нет. Вы готовы? Я да. Зачитываю. Давай. Поворачивай вебку на нас. Ты можешь тут же? Вот так, да. Вы готовы? Давай. Мужчина заходит в бар и просит стакан воды. Бармен сейчас внезапно... Такое. Вы готовы? Мужчина заходит в бар и просит стакан воды. Бармен внезапно достает ружье и направляет на мужчину. Мужчина говорит спасибо и уходит. Мужчина-долбоёб. Бля, я тоже срать хочу. Что надо сделать? Надо задавать вопросы направляющие. Понял? Типа, чтобы... Хинкали алёрт. Повтори ещё раз. Мужчина заходит в бар и просит стакан воды. Бармен внезапно достает ружье и направляет на мужчину. Мужчина говорит спасибо и уходит. Мужчина говорит спасибо. Я это помню. Ты стакан воды. Это... Ты знаешь это? Да, я тоже помню это. Как? Я тоже помню. Мне это что-то с выстрелом связано, верхом выстрелом. Я знаю ответ сказать. Давай. У мужчины была икота. Пошли нахуй. А как вы знаете это все? А мы играли когда-то с Диманом. Да? Ну, это очень давно было. Мы ночью сидели, мы решили просто по лайфу подумать. А, и вы тоже в гугле все вот эти, да, блядь? Да, скорее всего. Мы там много решали. Да? Стэн Хинкали вцепился. Окей, давайте еще. Да. Не такие острые. Елена никогда не могла подумать, что ее решение отправиться в путешествие на самолете спасет ее жизнь. Че? Чего? Потому что наводнение. Слушайте. Елена никогда не могла подумать, что ее решение отправиться в путешествие на самолете спасет ее жизнь. Метеоритный дождь. Стратосфера. Надо заработать. Вырубай. Вы знаете, что на машинах выбираются чаще, чем на самолет. Ну, задавайте вопросы. Еще раз прочитать. Mm-hmm. Елена никогда не могла подумать, что ее решение отправиться в путешествие на самолете спасет ей жизнь. И что? Ты долбоёб! В смысле, и что, блядь? Давай вопросы задавай, блядь. В смысле, и что? Она летела в другую сторону, нахуй, лечит. Нет. Она была жизненно больна или нет? Что? Она была жизненно больна. Что это? Жизненно больна. Жизненно больна? У нее была болезнь? Нет. Она летела по важному делу? Нет. Самолет вообще как-то связан? Нет. Ну да, но сам самолет нет. Она на самолете летела? Ну, написано, что да. А по факту? Ну, по факту не могу сказать. Она хотела поехать на машине, но что-то случилось. Нет. Ее труп перевезли. Она улетела, ее дом сгорел, но. Нет. Ебать. Нет.
коллективные мозги собрали. Елена, это человек? Да. Это женщина? Да, это женщина. Да тихо сказал, это женщина. Это мужчина? Сказал, это женщина, да. Мужчина. Окей, дать вам подсказку? Да. Самолет не связан никак. Это произошло до самолета. До самолета. За ней кто-то охотился. Нет. До самолета придет? Да. До самолета. Окей. Я такой иду, блядь, решил на самолете полететь, и я выжил из этого. Да. Да не больно, самолет не полетел. Читаю еще раз. Елена никогда не могла подумать, что ее решение отправиться в путешествие на самолете спасет ее жизнь. Может, это Аня все-таки? Может, это Саша? Это случилось до самолета, блядь. До посадки. До посадки? Да. То есть она уже прилетала, блядь? Не, она должна была садиться. То есть она отправилась в путешествие? Она... Ну... Нет. Да. Блядь, почему у меня сложно? Согласен? Думайте, блядь, думайте нахуй, думайте. Задавайте вопросы мне, наводящие, чем это связано и так далее. Чего это бурули прирам? Она смертельно больна? Да. В смысле, ты говорил? Ты говорил нет. Да, ты говорил нет сначала. Ну она... Да иди ты пизду, блядь. После операции. После операции. Таким ведущим сраком от этого. После операции. После операции, я подсказку даю. Какой операции? Что, какой операции? Мне ты дать фул ответ? Ладно, что-то случилось в самолете. Нет. Это произошло до самолета, да? Да. Это случилось на операционном столе. Да. Так что хуй? Она это было и не в сон. Нет. Какой сон, блядь? В обмороке. Какой обморок? Нет. Она решила, короче. Есть подсказки? Это было на операционном столе? Ну, это связано с этим. Но нет. Ей что, вырезали? Ей что-то вставили? Да, ее оперировали. А. Ей вставили что-то. Она летела? Да. Хуй в жопу. Ну, блядь, какой-то аппарат вставили? Нет. Она... Это Карлсон? Она летела для пересадки сердца. Ей ставили нет. Что? Член ей в жопу вставили. Нет. Я понял. Да иди нахуй, сложно. Ну, типа, это связано с процедурой, подсказку даю, процедурой до посадки самолета, какие происходят. Обыск. Ну, это с этим связано. Ну, не с обыском, а с процедурами для посадки на самолет. Рентген. Да. Ебать! Че ты? Да. Температура тела. Ты прав, дальше. Ну. А, короче, что-то вставили. И на рентгене что-то нашли и помогли. Да. А самолет разбился. Да, правильно, только полную. Давай, что нашли? Ее рентген засейвил, короче, она да, не полетела, да. Самолет упал. Не полетела, самолет упал. Не, самолет ни не при чем тут самолет. Вообще. Короче, она день на рентгене нашли ошибку и вылечили, и все, блядь. Да, но какую? Надо до этого дойти. Перелом этот. Пизды. Ну, вывих мозга. Я хуй знаю, там у нее аппендикс мог взорваться или что-то. Нет. Ну, вы же сами... Она беременна. Вы же сами сказали, ты сам говорил про аппарат какой-то. Ну, это вестибулярный. Нет, но это связано. Что-то в ней внутри. Ну, короче, аппарат, который не совместим нет. с полетами. Нет. Что-то ну, не... он вообще вряд ли совместим с человеком. Мне хотели наркотики, блядь, перевезти. Нет. Прочитать вам ответ? Какая-то внутри хуйня, да? Да. Какая-то хуйня, когда эти... Это был жизненный орган или нет? Блядь. Что? Это был жизненный орган, ну, типа, человеческий орган. Как вот ты, когда токены кидаешь и вот это, как оно? Сука, блядь, боже мой, нахуй. Рассказать вам, пожалуйста, давай историю? Уже, блядь. Давай, рассказывай. За несколько дней до этого Елену оперировали перед посадкой в самолет. Ей, как и всем пассажирам, пришлось пройти через металлоискатель. У нее скальпель там остался, блядь. Да. Скальпель? Однако, ее не пропускали. Пока она все не убрала из кармана, все, что у нее было после рентгеновского обследования, дальше, нахуй, да, выяснилось, что врачи забыли скальпель ее тела. Скальпель в ее теле забыли, и типа... И... Что? Ты опять увидел. Не смотри чат. Значит, пришло. Хорошо, каждый день он красит губы зеленой помадой, но это почти никто не замечает. Каждый день он красит губы зеленой помадой? Да. Ну, прочитай историю. Шрек. Нет. Еще раз говорю. Каждый день он красит губы зеленой помадой, но этого почти никто не замечает. Он? Потому что это не помада.
Он? Нет, это помада. Какая разница, он не он? Макияж? Грим? Не знаю, это грим? Да. Джокер? Он клоун? Нет. Он клоун? Он этот? Нет. Он сын? Нет. Но у него какая-то, видимо, болезнь. Нет. Нет? Это связано с его профессией? Это точно нет. Помада? Да, это точно помада, да. Какие зеленая помада? Я таких не видел вообще. В смысле ты таких не видел? Это зеленка? Какая зеленка, блядь? Крапива? Нет, это помада. Его губы сами по себе зеленые. Это связано с его профессией? Нет. Проблемы со здоровьем есть? Нет. Подожди, прочитай еще раз с самого начала. Он красит губы каждый день зеленой помадой, но этого почти никто не замечает. Он почти. Водяной? Нет. С чем это может человек? Быть связано? Да, это человек. Но он что-то носит на лице. Нет. У него нет лица. Есть. У него обычный рот. Да, это обычный фул чел, обычный. Чем это, блядь, ты задаешь вопрос? Он никуда не входит, может. Он нет. Выходит? Ну, это без, не имеет значения вообще. Его никто не видит за день свой. Ну, видит его. Он. Его часто видит на улице? Он вообще появляется нет, на улице нет. На улице нет, он сидит под домашним арестом. Нет. Он куда? Он в тюрьме, может. Нет. У него нет света. У него есть проблемы с здоровьем? Да. Нет. Он может... Может, он в больнице какой-то? Нет. У него есть болезнь? Нет. Среди слепых где-то? Нет. Так прикол в том, что зеленой помады нету, блин. Да есть помада зеленая. Это связано с помадой? Да. Что-то в помаде, значит. Ну, да. А помада зеленая? Нет. Ебать, это что должно быть, блин? Так такая есть. Ну, есть, да, но нет. Какая, блядь? Съедобная. Это связано с помадой. Причина только в ней? В нем есть причина, что ее не замечают? Нет, тут больше с помадой. Это моя. Для чего она используется? Но это очень такая тема, что хуй кто знает. Я тоже бы, блядь. Играет роль, что она зеленая? Да, большую. Она из травы? Че? Нет. Ну, помада натуральная, ты знаешь. И у него при этом не болезнь. Он что-то за ней скрывает? Нет. А он на губы мажет? Да, на губы. Я хочу хинкалку пиздить тоже. Угу. На губки. На свои? Да, на свои. Интересненько. Да. Кальзоны. Это не с мясом? Это с сыром. С сыром? Тебе попал сыром? Их только два было. С сыном. С сыром? Супер. Блять, он мажет губы зеленой помадой, но это почти никто не замечает. У него губы зеленые и так. Это связано с медиасферой. Давайте дам подсказку. Клоун, блядь. Ты же клоун. А-а. Клоунит. Медиасферы? Да. А, так он снимается и в хромакее, и да. Просто зеленый цвет. Да, но нет. Но он снимается. Он снимается в фильмах? Хромакей, блядь. У него какая-то среда обитания зеленая? Не-не-не. Окей, он снимает сериалы? Он играет кого-то зеленого. Окей, дам еще одну подсказку. Это связано с телевидением. Обычным. Вы должны сказать, почему именно она зеленая. Порно с повода? Так это было давно, да? Когда телевизоры были черно-белыми. Да. Вот поэтому никто не замечает. Да. Он читал, блядь. Тел, ты что, блядь? Я не верю, что ты на А как ты выкупил, типа, это? Ну, потому что... А нахуя, ну, все равно, нахуя зеленой помадой? Смотри, прочитываю. В 20 веке, когда телевидение было еще черно-белым, в камерах использовали красные фильтры, которые поглощали в изображении красный цвет. Так красная помада никак не оттеняла губы. Поэтому дикторам на телевидении при наведении макияжа для выразительности губ приходилось красить зеленой помадой. Ебучий гений. Ебай кайф. Туфля. Перед сном женщина спрятала свою туфлю в сейф. Зачем? Ну это белое. А я не помню. Я тоже не. Ну, но если помню. Они уже отгадывали, давай другое. Да, другое. Давай. Ты, ну скажи ответ. Да я не помню, но я помню, что знакомое. Но все равно. Ну все, блядь, не вспомни. Перед сном женщина спрятала свою туфлю в сейф. Зачем? Золушка. Это дорогие вспомнила. Зачем? Нет, не Золушка. У меня проблемы с памятью. Нет. А там в туфле что-то было. Правильно? В туфле были деньги. Нет, в туфле, блядь,
Я забыл, что это, ну ты давно отглядывай. Она носила эту туфлю. Да. Спрятан только одну. Вторая туфля при ней была или это? Да. Может, она. У нее были проблемы, она не знала, какую, на какую ногу надевать. Нет. Нет. Это связано что-то с памятью. Ты, блядь, да, это с памятью связано, да. А, там туфля лежала, чтобы она о чем-то напомнила ей. Да. Напомнила о чем? А, блядь. Короче, блядь, сука, забыл. О чем напомнила? Что ей завтра куда-то надо идти. Да ну это не, ну, не играет. Это хуйня, он типа уже вспоминает, а не отгадывает. Да, я же говорю, да, я вспомнил по ходу. Блять, что это, сука, на члене? Ты ее аккуратно, блядь. Что я такой? Не-не-не, это я ничего не трогаю. Ого, что это? Это что-то прилипло. Holy fuckage. Holy fuckage. Ладно, next. Че там, какая отгадка? Она ставила в туфель вместе с документами в сейф, и на утро, чтобы не забыть документы, она вспоминала, что туфля в сейфе. А, нет, ну типа увидела, что одна туфля стоит, у нее убита. В Америке задали пушку, которая стреляла курицами. Зачем? Чтобы стрелять курицами. Какой-то протест? KFC. Чтобы с ней стрелять пёрли. Это протест против чего-то? Нет. Чтобы зарабатывать бабки. Курицами настоящими? Да, настоящими. Я только взял. Да, настоящими. Кого-то отпугивать. Ну, не настоящий. Это против кого-то оружие? Не настоящий. Ну, не настоящий. Нет, нет, не против кого-то. А, чтобы это сделать. Что? Ну, типа, как игру в реале. Сука. Нет. Ну, знаете эту игру, там, где курицы? Курицы настоящие? Нет. Тушки. А, типа, понял. Чтобы раздавать людям курицу. Нет. Ну, чтобы... Не отпугивать никого, нет? Нет. Ни с кем не бороться с этим. Ответ именно умели. Этой пушкой и стреляли в кого-то конкретно? Да. Людей? Нет. Каких-то существ? Другие курицы? Нет. Нет. Что-то, во что-то живое? Нет. В дерево. Может, им лень было перевозить куда-то курицу, они просто стреляли? Блядь? Нет, нет, ты чё? Не учили летать. Ну, типа... Ебать, нет. Так не живая курица, тушки. А, тушки, блядь, да. Тушки учили летать. Так я думал, что жили в нихуя. Кого-то кормили. Так, стоп, это было против кого-то оружие, не человека и не живого существа. Да, не живого. Может, это что-то с искусством связано? Нет. Против кого-то? По... Не живого, они, может, духа отгоняли? Нет. Огонь по своей. Да. Нет, не, 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 по духам. Каким духом, блядь? Вы что, экзор... Ты говоришь против кого-то, но не живого. Ну, неудушевленный предмет. Пугало. Неудушевленный этот предмет. Кого, блин? На сковороду ими стреляли. Пугало. Нет, нет. На сковороду. А, погоди. Эта пушка именно прям выстрелила, как обычная пушка. Это может быть какое-то психологическое оружие. Да, пушка огромная выстрелила тушкой курицы. Бам! Это психологическое оружие. Даю подсказку, это использовалось для тестов. На совместимость? Нет. Для праздника. Они проверяли качество курицы. Они проверяли, как далеко полетит курица. Нет, нет. Блин, против кого-то. Да. Тесты, ну, это... Тесты против чего? Вот, против чего? Надо вот догадаться. Тесты против чего? Против... Против... Америки. Ой. Это Америка играет роль? Нет. С этими самыми. И тесты против протесты. Сейчас это используется как-то? Да. Что-то, типа, это дало результат? Да, дало. Не связано с политикой? Что за... С политикой это не связано. А что мы исследовали, блядь? Тесты против... Тесты курицы, стрелял тест. Чел, ты выстрелил с тушкой куда-то, нахуй? Эту... В чем прикол? Аэробику. Что? Ну, траекторию полета изучали. Что? Траекторию полета изучали. Это пушка на зоне 51. Нет. Но полет там есть, да. Ну типа, но это не то. Там изучали что-то важное очень. А им надо именно было в какую-то цель попасть? Да. Для теста. Это генерал KFC вот этот. Может, это был просто этот? Это связано с едой. Нет. Курячий этот.
Это с законами какими-то физики. Ну. К этому относится? Ну, если сейчас я скажу да, то это не так, но... Это был курящий тип. Это не закон, типа, траектории полета или аэродинамики. Ну, это какой-то закон, блядь. Это был турнир, кто лучше... Нет, тебя? Нет. Да, мы вообще знаем. Это для тестов. Да, конечно, это простое, очень простое. И тесты против. Почему курица? Она размером была с чем-то птица. Похожа. Как птица. Птица. Как называть? Тесты. С помощью, да, птицы проверяли на что-то, да. Ну, на качество же говорил, нет? Да, на качество, только не самой птицы, блядь. А качество ружья, которое по ним стреляло? Нет, нет. А которое стреляет этими? Нет. Тесты... Конечная цель должна быть. Ну, блядь, это какая-то машина, может, я не знаю, ты... Окей. Крепкость чего-то? Какую-то... Да. Они проверяли крепкость чего-то. Крепкость чего-то? Прочность, курица, прочность, прочность. Прочность, да, они прочность. Они проверяли прочность бассейна, ой, где этого? А? Прочность шкуры. Ну, у курицы? Кожа. У курицы? Да. Совсем ебло, блядь. Прочность курицы. Может, какие-то пуленепробиваемые стекла или что-то такое? Да. Да? Да. А, ну все, тесты все. На пробивность стекла. Да, но где и почему? Блядь. Ну, в каком-то... Может, это в инкассаторских машинах? Нет. А может, в витрине? На ферме? Это? Нет. На ферме, блядь? Стекла, да? Не спиздило ничего. Это было машина? Нет, не машина, это нет. Это здание? Нет, это транспорт, это не здание. А, транспорт, а не машина. Где-то это стекло. Хотя еще стекло не машина. А, это самолет! Да. Типа птица, она летает и... Птица в тесте, чтобы не... Да, да, да. Из нее стреляли летушкой курицы в лобовое стекло самолета, чтобы проверить, разобьется ли оно при столкновении птицы. Пиздец. Ебать нахуй. Ебать, да, блядь, сложновато пошло. Ох, нихуя рейд, Димас закинул. 20 тысяч, блядь. Дима, ебать. Дима, я только обновил, охуел. Диман, блядь. Здорово. Диман. Спасибо за донетку, пиздатая тема, кстати, брат. Диман, красава, блядь. Респект. Я злой, хочешь мы пушку сделаем и будем прочность твоего грудака проверять? Что ты пресс сделаешь? Ты видел сторис, как я утром проснулся и расправил крылья? Нет, слава богу, блядь. Спасибо, Дима, за рейд. Здорово, пацаны, здорово. Это бустер придумал? Че? Да, ну, да нет, смотри. Я не знаю. А вот, блядь, вот меньше хуй знает. Вот я такой, короче, рассказываю, типа, на стриме, я хочу сделать донетки, а потом хуяк у Славы через два дня. Ну, может, типа, одновременно, потому что такая идея, типа, нет. Ну да, почему бы и нет? Это же нормально. Это идея куда-то. Типа, вот такие игры только развивают, и чат, и пацану, ну, блядь, ну, этот говорит... На ферме, блядь, стекла проверяешь, чтобы курица ничего не спиздила. Я в ахуе, жму, блядь, камеру. Как это? ОДС, бустеры Вали пишут. Как это? А как мы зайдем? Ну, а, ты можешь зайти. Тебе настройка какая-то, чтобы мы слышали. Чтобы мы слышали? Да, ты вчера на Моник включил звук. О, они там все сидят. Сейчас мы можем зайти туда. Надеюсь, это не комната не без стрима? Нет, это комната Баломба. А где у тебя звук? Это сам? Кто? Это кто пишет? Кто позвал? Это вообще кто-то звал или нет? Телефон вообще был убит. Кто? Телефон за через сколько всегда, блядь? Мы можем не с телефона, мы можем просто сейчас... Параметры звука? Параметры звука. Ниже, стрелочку нажми. Закрой это нахуй. Вот это? Вот это закрой, это закрой. Вот, хуяк стрелочку, видишь там звучок такой? ПКМ. А, вот, вот у тебя должно быть... Вот этот. Сейчас мы проверим. Я всегда один, но со мной каменный напарник. Подарок, 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 подарок. Я просто рад вас видеть, никакой там не Макаров. Я показываю танец, и он как мрот. Сажу на себя косяк. Сейчас я поменяю, подождите. Побежала моя жопа хуже сжатого джипега. Ого, ебать, там пацанов оглушили. А что, кто-то звал нас, что ли, блядь? Я не знаю, назвал кто-то или что? Чего спамите ДС? Там миллион человек в комнате сидит. А что они спамить начали? Кто звал, блядь? Кто звал? Кто звал? Ну зайди на секунду. Алло. Ой, бать. А. Они в наушниках. В Дискорде еще. Они в наушниках, да.
Не, ну Слава как бы... Алло! С ним сравнивать такое... Что ты несёшь, ебать, печка ёбаная? Ой, я не знаю, они там... Они... О, это строго, смотри, блядь. Это строго. Они же не видят. По-моему, в принципе, баллон. Ну да, ну баллон бит, ну это... Все равно аккуратно. Костыча вот с мапки потянула, блядь, свою руму нахуй. Не могут уже сидеть, блядь. Баллон бит, это вообще, она хорошую атмосферу имеет. Покажи им, выведи их. Сейчас я выведу. Бля, как экран? Плюсик захваток. Да нахуй экран, не. Нет, это не экран, не так. Закрой нахуй. Захваток на возьми. Что, поудаляйте сцену на. То есть сцена есть точно. Блять, себя. Себас. Этот. А что ты делаешь? Строго! Да. А ты камеру что ли повернул, Слава? Или строго! А, ты шкаф туда поставил, чтобы свет, блядь, не светил, или как? Тесно было. Строго! Строго! Строго тебя игнорит. Строго, я еще не слышит нахуй. Строго! Да не ори. Строго! Зачем он говорит в наушнике, боже, какой долг? Я кокос! Охуеть! Ебать, даже стенчик не чех. А вот. А им слышно? А вас слышно? А, так нет. Ладно, да нет, строго не такой босс, он кидывал. Я думал, вообще такой. Слушай, строго, а бустер большой в жизни? Нормально. А бустер большой в жизни? Да нет, я такой же, как он. А ну встаньте друг возле друга. Заебали, это каждый такой же. Говорят, эхо, слышишь? Я хочу, что микро ловит. Нифига себе. Нихуя себе! Сделаешь? Что сделать с эхо? Не, строго большой, оказывается. Ничего себе. Слышишь, спамит эхо. А что, зачем? Может, переменьшил строго две, блядь? Надо скрутить звук. Я представил... Да не спамит, долбоёб, мы сидим, блядь. Долбоёб! Нихуя ты. Да. Всё, я сделал. Блядь. Такие уебаны, они еще хуесосят тебя за это эхо, блядь. Сказали, сейчас разберемся. Это я конкретно к долбоевым ебаным. Строго одень наушники. Строго одень наушники. Ну похуй, похуй еще. Надень! Где сиделись? Надень их! А, слушайте. Как доехал? А что ты не хочешь их надеть? Пишу, теперь звука нет. Строго, подожди, а там же каравай должен быть. Приехал. Ебать, сейчас бычара приедет, слышите? Хантик, бля, он уже вон 12 минут. Хантик, да, это приедет. Чё сейчас бычара? А он слышал, квикантик вообще пиздец, вот такой нахуй. А к вам квикантик приедет? Хантик маленький, хантик маленький. Я тоже по сравнению с вами такой, я 180, типа. Я тебе ебало строго все равно набью легко. Не улыбайся, долбоёб. Да не, Вать, слышите, строго, бля, только так ебучку вынесли. Давай, нахуй. Он тебя просто реально унесет. Строго. А ты не будешь обижаться, если когда я приеду, я тебе так по голове так водить, вот так кулаком, знаешь? Слышишь, строго, а ты можешь двоечку пробить вот этому типу сзади? Да, блядь, он без воды. Он без воды. Ну, блядь, ну, а при... Мне интересно, как строго бьет, пиздец, вообще. У бустера на стриме побьем. Бустер? Рекламная кампания строго, слышишь? Что он сказал? Он без воды. Так, что, пробуем? Просто он сказал, бустера на стриме побьем, нахуя. Сейчас подожди, как-то огнул. Да, бля, все, уже нахуй, уже не запишем ничего. Нет, не обязательно. Можно. Блин, на колонках... А, ну. Так а что, он бить его не будет? А, ну, еще два чела. А, в Дискорде, наверное, может. А, давайте. Нам надо еще два окна, блядь, заполнить. Скажи. Подожди. То есть, а, ввода, а вывода. Каждый день. Боже мой, люди реально думают, что я еду. Ваня, конечно. Чё, когда будешь? А ты чё, не едешь? А ты чё, не едешь? А ты чё, реально, блин, я сам. Какая что хуёвая. Чем? Вадим! Что? А ты вообще тише делаешь или нет? Не знаю, что делать. Иди нахуй. Сейчас, пацаны, всех. Так, ребят, я отлучусь и приду через какое-то время. Да всем плохо, вроде, братан. Давай. Зачем я это сказал? Давай, давай. Я ему сказал. Вот, я нас перекидываю, короче. Славик! Ау. Найди ему девчонку веселую. Брат, уже с этим все решено, нахуй. Серьезно? Это кто? Прошмандов. Я ему арендовываю, нахуй. Так, я хорошо жить, честно. Вадим, пусть прямо в лес звонит. Бля.
Бля, какой же хуёвый звук. А, все, они разошлись. Ух, тихо, ша, блядь. Блядь, спамили в DS, чтобы на 2 минуты прозвать. Это вообще удали просто. Нас забайтили, да? Нас забайтили? А как? А как убрать? Все, похуй. Теперь вот эту вебку просто. Нашу вебку. А, на фул еще? Вы нас забайтили, что ли, блядь? Нас забайтили? Вы нас забайтили, блядь? А где окно, нахуй? Что такое? Что? Олег Мачемен, блядь. Вы чё, забайтили нас? Ебать вы, конечно, подлые пацаны. Нахуй вы так байтите, блядь? Опа, мы получили заказ, едет к вам курьер. Сейчас мы будем хавать суши, блядь. Всё, давайте ещё. Давай. Чел 30 минут хуярит, блядь, на велике к нам. А что там? Что там? Покажи. А что там? Сука, не, блядь. Злой, скажи, грязюка. Грязюка, пацаны, блядь. Такая грязюка. Что там? Покажи. Покажи, что это? Блядь, вы... Они, знаете, из чего угорают? Они, блядь, просто смотрят стрим и угорают. Что такое, блядь? Грязюка. Да что произошло? Грязюка. Злой даже не понимает вообще. Да я же не знаю, не выкупаю прикола. Да, давай мне эту пробу выбудь. Давай. Какой дохуя умный, блядь, сейчас посмотрю. Давай, давай. Вот. Я тупой. Я не смотрел ответ. Давай. Так центр только заедь. А как сядь еще? А там сверху такое? Есть. А ты какой уровень сложности выбрал? Давай, давай. Это не знаю. Так. А, вы так точно знаете? Про лифт точно все знают? Типа. Что, что не нравится? Не знаю. А, мужчина, давай, давай. Мужчина встал ночью, чтобы выпить воды. Он выключил везде свет и лег спать. Утром он встал, выглянул из окна и закричал. После чего покончил жизнь самоубийством. Ой, не выбрал ты такое? Ой, ты, конечно, блядь, еще... Ой. Сука, завис, да, не. Мы будем читать это? Да. В чат, блядь. Хули ты в чат смотришь, блядь? Не, я не смотрю в чат. Ну, теперь не будешь. Хули читаешь? Чё вы делаете? Они просто смотрят стрим. Они просто смотрят стрим. Бля, пацаны, вы будете играть? Ой, да, играй. Они просто смотрят стрим. Чат тоже не читайте, выключите. Блядь, да что происходит? Чё вы угораете, блядь? Короче, ух, нихуя. Чел посмотрел в окно, да? Бля, я не знаю, вы будете что играть? Что такое? Какой-то чат, если вы играете и телефоном. А что такое? Бля, киньте клип зов. А какой клип? Там нормально так получилось. Что получилось? Все играем. Что получилось, блядь? А что получилось? Все играем. Все, ничего не было. Короче, прочитай еще раз на всем. Прочитай еще раз. Уберите телефон, если вы играете. Мужчина встал ночью, чтобы выпить воды. Он выключил везде свет и лег спать. Утром он встал, выглянул из окна и закричал, после чего покончил жизнь самоубийством. Что случилось? Что-то ночью случилось. Да. Это связано с плюс одним человеком еще? Нет. Там были еще люди? Нет. Чат. А что вы, сука, смеялись? Да ничего. Блядь. Опа, а это с чем? Бля, ну там суши еду 20 минут. Ну, что дальше? Смотри, он пил воду? Это я лучше. Ну, да, что выпить воды встал. Он, и он выпил воду в целом? Он что-то увидел? Не имеет значения. Он что-то выпил? Он проснулся, не имеет значения. Пожар на пожар. Он что-то увидел? Нет. Или что-то понял? Нет. Это было в его доме? Нет. Это было на улице? А в чем, о чем должны разгадать вообще? Он заглотнулся водой? Нет, он покончил жизнь самоубийством. Мужчина встал ночью, чтобы выпить воды. Он выключил везде свет и лег спать. Утром он встал, выглянул из окна и закричал, после чего покончил жизнь самоубийством.
Он боялся спать со светом. Нет. Он увидел что-то на улице? Это без света. Да. То бишь... То есть, он что-то он выглянул в окно, что-то увидел и решил, что да. надо консиднуть. Консиднуть здесь жизни. Попить воды и выключил свет. А он не выключил свет. Выключил. Блять, а связано с водой. И покончил попыть воды. Не связано. Кто сказал, что связано, блядь? Воды как можно, блядь, посмотреть в окно связано, и откиснуть? Хотя связано, пиздец. Что? Связано. Ну, короче, давайте, спрашивайте. Так мы спрашиваем, блядь. Ты когда... Блять, как, что, ну, короче, смотри, а он, это, как-то есть влияние на его тело, после того, что он увидел? Нет. А ты сам хоть ответ увидел? Да. Мало ли, блять, сидит, тоже думает, что за хуйня. Я оттуда не слышал. Ну, она интересная, пиздец. Имеет в виду, там есть значение, что он все это вырубил? Да. И имеет значение, что он выпил воды? Нет. Окей, а просто выпил воду, но свет он... Вырубил. Вода можно скипнуть. Главное, что он свет вырубил. А если он зашел, свет... Может, он думал, что это балкон? И покончил... А он... Это дом? Это не завод никакой был? Вдруг он вырубил свет, короче, это вырубил завод. Производство фул. Фул, прикинь? Производство сала, нахуй. Он вырубил на заводе свет, увидел, что... Когда он спал, производство... Что? Это связано с заводом, с производством? А с женщиной связано? Нет. Замыкание было? Нет. Он молодой был? Не имеет значения. Он сигареты курил? Не имеет значения. Он бухал? Не имеет значения. У него друзья были? Не имеет значения. В этой истории только он фигурирует, верно? Да. То бишь, то, что он увидел, это не живое. Это живое? Сложный вопрос. А имеет значение, и что да, он нет. видит уже. И да, и нет. Он увидел смерть кого-то? Да. Нихуя. Он увидел смерть своей жены? Какой нахуй жены, блядь? Он увидел свою смерть. Нет. Но нет. Все, что было до этого, это... Нам надо угадать, что он увидел, Подожди. Да? Это было не окно, да? Почему он покончил жизнь самоубийством? Он увидел что-то ужасное, да? Да. Кто-то из родных там... Это связано с убийством? Да. Ну, он увидел отражение? Он нахуй отражение? Нет. Бля, сейчас подожди. Сложно вырубать. Кого-то убили на улице, да, на его глазах, да? Его нашел. Блять, можно по одному вопросу? Кого-то убили на улице? Да. Одного человека. Это был человек, которого убили? Человек. Человек улице, умер да. на улице, верно? Да. Это было... И... Это был кто-то из родственников? Он умер своей смертью? Нет, не человек. Что, из родственников? Много людей. Это кто-то был да. из родственников? Много людей погибло, Нет. верно? Да. А он как-то повлиял на этот да. фактор, что они погибли, да? А. Он вырубил... А. Светом сюда. Он вырубил свет. Он спал в больнице, им вырубил все обеспечительные Нет. жизни. Обеспечительные? Ну, эти препараты, блядь. То бишь, он повлиял на то, что он вырубил свет, и из-за него поступка люди да. погибли, верно? Ага. Своей, не своей смертью, а с помощью его смерти. Дома? Он вырубил свет только у себя дома? Нет. Он повар? То есть, видишь, он не только у себя дома вырубил. Ну, блядь, я не могу понять, это что такое, блядь? Блядь, Диана, это вообще пиздец. Он увидел себя в отражении, он повар, блядь. Ну смотри. Смотри, где он еще смог вырубить свет? Он мог бы вырубить свет на... Это связано с производством? Он вырубил питание именно? Питание не производство, верно? Светофоров. Бля, светофоров это охуенно. Рили, вот ты прикинь светофоры. Там еще пижу. Это криповая история? Подожди, что он такое? Что он такое вырубил, блять? Ну. Что он реально? Без чего люди не могут жить, блять? Он интернет вырубил всем нам. Ну там люди умирали. Мне кажется. А там все это с пожаром связано? На улице все суицидились или не по своему желанию нет. умирали? Один вопрос задай. Да только есть один, блядь. Ну я должен ответить, да или нет? На улице умирали по своей вине? Нет. На улице умирали... Это... Они же... Это на улице было? Да. Это на улице. Он вышел и увидел это все на улице, ага. верно? Это все люди были на улице. Угу. Ровно в том, что...
Он фонари выключил. Да? Чё? Он выключил освещение? Чё? На улице? Ну да. Это стройка была? Да. Это аэропорт? Это железнодорожное... Это с транспортом связано вообще как-нибудь? Это жилой район? Да. Это нет. С транспортом связано, верно? Да, не жилой район. Железная дорога есть там? Нет. Но это свет, который помогал людям, которые ехали в транспорте, верно? Угу. И он его выключил, и маяк. Люди погибли. Это маяк! Да. Он выключил маяк, короче. И утром увидел, иди, что... Посиди. И выскочил с маяка. Очень много кораблей типа разбилось. Ебать, ебать, это криповая история, брат. Хули факт, плюс ебать его срач. Ебать, чат, вы видите, какая тема может быть резючная? Next. Тебе что? Резючная тема. Все, держи. Your turn next. Давай next. Да, ебать, мы додумались, да? Додумались чисто, это блядь. Интересно такое. Ебать, мы додумались, чат, я в ахуе. А с вами бы быстрее бы додумались, думаю. Понятное дело. Там челы гуглят. Да там челы уже, блядь, я еще не успел прочитать, они уже писали ответ. Так. Маяк, да. Вырубил, блядь, маяк. Бля, ну маяк сюда порт. Ебать, это сложно. Хуйня. Да. Фрэнк на работе умирает от сердечного приступа. Его коллеги находятся рядом с ним в этот момент, однако не оказывают ему помощь. Это сложно говоришь? Ну, это прикольно. Это связано? Люди присутствовали прямо в физическом теле, когда он стоял рядом? Что, бля, чё? Ну. Чего нахуй за... Люди присутствовали рядом с ним, когда он умирал? Ещё... Ну, близко. Да. И он умирал от сердечного приступа? Они могли к нему подойти? Да. И он... Но это все не в этом загвоздка, да? От сердечного приступа, да? Кто умирал? Фрэнк. Фрэнк, он по своему желанию умирал. На сердечном приступе он пожелал? Бля, Костыч. Нет. В смысле? Что в смысле? Он от сердечного приступа умер. По своей вине, нахуй. В смысле, по своему желанию? Среди... Хочу умереть. Среди них были... Те врачи были среди них? Не имеет значения. Мне кажется, он просто действительно умер, потому что никто не знал, как оказать ему эту медицинскую помощь. Бля, это не слишком так легко, на работе? Да? Угу. На работе, да? А сколько было коллег? Много. Это связано я с его работой? Я могу отвечать, да или нет. Сколько было коллег? Связано с его работой. Это связано с его работой? Да. Это был настоящий приступ? Да. Этот приступ вызван с помощью его работы? Они его довели до сердечного приступа, короче. Надо хинкальную ёбнуть, пацаны. Вы заебали. Слушай, едут там мячики, едут грязные. Грязные подъезжают уже нахуй. Короче, это чел. Курочка подъезжает, грязная. Вырубил маяк. Бля, думайте. Индиана, скажи хоть и что мудрое. Это вообще сложно. Что, еще тут прочитайте? Я просто тогда больше не могу. Короче, чел умер от сердечного приступа, а коллеги ему не хелпанули. Все, если быть вкратце. Фрэнк был крысой? Почему не хелпанули? Нет. Добивай. А ему не помогли. Ему не помогли, потому что не хотели помочь? Потому что он был зараженный? Фибо. Нет. Нет. Нихуя разобрал. Нет плюс нет называется. Они ему могли помочь, но не хотели? Нет. Или ему не нужно было они помогать? Они ему не могли помочь. Нет. Ему не нужно было помогать? Чё? Нет. Он умирал, интересно, почему? Это что мало? Башка болит. Не, это... Бля, пись всё говорить. Его прахи есть, что-то. Это постанова? В твоем прахе что-то есть. Это какая-то сценка была там, это на работе сценка, какой-то театр, блядь, есть. Да, театр. Типа, был театр, это театр. Да. Это была какая-то сценка, типа, с сердечным приступом, из этого ему люди не помогли, да? Да. Всё? Да, Фрэнк играл в театре, там должна была быть сцена с сердечным приступом, он... Походу чат прочитал, блядь. Не, я читал. Давай быстро дошли, да. Да, ещё одну. Бля, это очень круто. Прочитал полюбасу. Я не читал, но снова не посмотрел. Да-да, сказал всю историю со старта, блядь. Бля, ебать тебе это кетчуп горячий. Что? Горячий! 2 минуты, и приедет курьерчик. Я просто захожу, когда в канал захожу прочитать, что там по всем пекина.
Не пизди, он чат читает, блядь, конечно он угадал. Алло, закрой да, чат нахуй. Сука, вот, посмотри, я не трогал телефон даже. Алло, как он мог прочитать чат, если я навел наводящий вопрос? Ну, блядь. Ты тупой. Ты тупой. Да, я тупой, и могу это признать. Горячий. Горячий кетчуп. Горячий пейсок. Почай пейсок. Пейсок, блядь. Человек лежит в постели, пытается уснуть. Он берет телефон и делает звонок. Ждет какое-то время и вешает трубку, не дожидаясь ответа, и спокойно засыпает. Его проигнорировала телочка. Нет. Ну-ка еще раз. Человек. Человек лежит в постели, пытается уснуть. Он берет телефон и делает звонок. Ждет какое-то время и вешает трубку, не дожидаясь ответа, и спокойно засыпает. Он боялся кому-то позвонить. Хотя нет, стоп. Блять, человек просто вешает трубку, не дожидаясь ответа. А, подумай. Блять, вешает трубку и засыпает. Тут должно быть противодействие. Если бы наоборот взяли трубку, он бы не уснул. Верно? Если взяли трубку, он бы не уснул? Нет. Это имеет значение? Прием, прием. Кто там? Алло. Да, слухаю вас. Ну давайте вы. Че? А, блядь. Да, он не дожидался, повешу трубку и пошел спать. Сука. Есть значение в том, кому он звонил. Да. Это был родственник или близкий человек? Нет. А, нет. Ты был знакомый? Это был полиция. Это был секс по телефону? Да. Кто? Я. Знакомый? Знакомый? Ну да. Знакомая женщина была? Не имеет значения. Не имеет значения. Мне даже далось ответ, или вы знаете, близкого круга? Не имеет значения. А, я уже он почитал. Он находился с ним рядом? Ну тогда молчу. Да я же еще не почитал. Да, да. Находился с ним рядом? Да. Был его сосед? Да. Я почитал, короче. В смысле? Где, откуда, блядь? А что ты напиздел тут что? А в чем загадка разгадки? Почему человек спокойно заснул? Ну что случилось? Человек лежит в постели, пытаясь заснуть. Он берет телефон и дает звонок. Через какое-то время вешает трубку, не дожидаясь ответа, и спокойно засыпает. Ну, как он мог узнать? Потому что человек подавал признаки сна. Что, блядь? Что? По камере увидел. Что, блядь? Что, блядь? Я вообще запутался. Камеры, чел кому-то звонил очень... близких, его следил за ним и все. И он уже не дожидаясь, уже положил, значит, начал все, блядь. Нет. А, ну чел его ждал, пока чел газанёк к нему домой, такой звонит, к нам его увидел, такой, оп. Нет. А, да, подожди. А он, может быть, кого-то ждал? Что, блядь? Он, может, он никого не ждал? Он не ждал. Он хотел уснуть, так нахуя он звонил кому-то, иди спи. Он кого-то ждал? Нет. А его ждали? Нет. Он хотел заснуть. Он хотел просто уснуть? Да. И кому-то позвонил и уснул? Да. Секс по телефону. А тот не дожидаясь положил трубку. Так нет, так он даже не говорил. Он позвонил и сбросил трубку. Через какое-то время. Ну ему скучно было. А тот ему ответил, ты хуй. А, маякнул, точняк. Блять, он сбросил трубку. Нет. Сбросил трубку тот, кто звонил? Сбросил трубку, не дожидаясь вообще единого слова. И это было его сосед. Тот, кто звонил? А, блядь. Ну так. Он родителям звонил? Так знакомым. Сука, только что же сказали, кому звонил. Кому звонил? Соседу. Знакомому. Соседу звонили? Да. А, соседу звонили. По комнате или по квартире? Не имеет значения. Сосед, что сосед мог на ночь ему звонить? Нет еще? Он, короче, потерял соседа. Не, по квартире. Он позвонил, ебать. Он потом увидел, что сосед слева стоит, такой, и все, и сбросил. Да? Ебать. Что? Нет. Ебать, конечно. Ну, он потерял соседа, потом, когда он звонил, его нашел. Он соседу звонил? Он звонил соседу, чтобы узнать, как он. Он хотел узнать, стоп, как он спит. Поэтому по телефону стационарному или как оно называется? Не имеет значения. Или по домашнему, блядь. Не домашнему, а это ты позвонил был и сбросил трубку. Есть какая-то причина? Автоответчик. Он оставил ему смс на автоответчик. У него не было денег на счету? Не имеет значения. Стой, давайте возьмем факты, которые у нас. Это сосед. Да, ребята, нам надо... Короче, вам надо отгадать, почему он не мог уснуть, позвонил соседу и смог уснуть. Пиздец. Он даже не говорил соседу. А сосед это девушка или пацан? Не имею. Сосед зевал, и он такой... Что? Он просто уснул, потому что в ожидании томился. Так,
Ну, да. Он разочаровался. А, нет, блядь, ничего не успел, кстати, ему пришло в голову, блядь, когда он звонил соседу. А сосед по квартире или по комнате? По квартире. Не, я. Говорю, вопросы да, нет. Сосед по квартире или по комнате? Ну, я могу два раза просто спросить. Ну, спрашивай. Окей, сосед по квартире. Дай донетки. Да. Сосед по комнате? Нет, блядь. А, да нет, не понял название, кстати. По квартире. Ну, звонил соседу снизу. Не, маленький. Что хуел? Снизу? А. Сосед снизу. Ты же сам решился нахуй. Не имеет значения. Окей, не имеет значения, зачем он и зачем он там. Сосед спал? Да. Сосед храпел? Да. А! Слышал, что он спит, что он храпит. Он не может заснуть, потому что сосед храпел, у него типа сбил храп и заснул. Ага. Наконец-то. Если простите. Да как можно через квартиру услышать храп снизу, ну? Зазвонил. Ну, слышал, видимо, блядь. В этом чел, наверное, храпел. Стены, блядь, пора срать. Он ему позвонил, чтобы разбудить, типа, и когда тут услышал, что храпа нет больше, все. А, понял. Храпа точка нет. Рома чек и продаж. Что, она без того, что снимал? Чего вы кадаши? Ничего нету. Каждый день в режиме турбо, пари-пури, пари-руи. Блядь, я не знаю. А? Я ответа не знаю. Его уже отгадали. Да все, уже отгадали. А что там? Сосед храпел, тот позвонил ему, чтобы разбудить, типа, и как-то... А, пиздец, блядь. Я думал, там он что-то... Блядь, это же так просто. Мне знаете, как будили раньше? Когда спал, у нас было 4 чела в комнате, мы спали, и меня бросали тапками. Чтобы я не храпел. Я храплю, Индиан? Cool story, да, ты вообще пиздец, как очень сильно. Папа. Да, игра. Go in the home. Go in the house, папули. Go in the house, guys. How do you do? С вами сегодня на хате эти... Сейчас мы, короче, будем трапезничать грязюку. Слава, что ты сделал? Сейчас будем грязюку трапезничать. Опять кринж. Верни Рому в кадр. Не-не-не-не-не-не. Стрим захвачен. Грязюку будем как трапезничать? Грязюку? Ты знаешь, сколько тебе уже Ваня даст на этих подзатыльников? Ой, блядь, почти так и сидит и считает. Объясните мне, что такое кринж? Я не знаю значения этого слова. Кому дать випку? Это ты. Нет, это ты. Что? А донаты отключены, пацаны? Что такое? Да там вообще фотка такая. Чё мне? Я хотел только дать випку. Вы меня кринжом обозвали. А стыд за себя или за меня? Ну типа, как, вы сами за себя стыдитесь, что вы смотрите, или за меня, то, что я такой долбоёб? За себя. Ой. Так как ты это спросил? За меня? Вы типа, это типа потому, что вы переживаете за меня? Ты смотришь на тебя, и тебе становится стыдно, но самому, блин, когда на тебя смотришь. Что, не переживаете, нет. Грязюка? А что ее так мало? Что, пацаны? Это все? Да. Два пакета? Unboxing by Костыч? Нет. Unboxing by Костыч? Я тебе тоже взял. Unboxing, Костя. Не, Костыч не надо. Испанский стыд. А кринж это не испанский стыд? Ну, типа, кринж это когда говорит кто-то, сильно тебе так... Да, брат, ты прав. Подожди, а ты взял рис с курицей чего? Терияки. Я ее съем тогда. Шо? Бля, сигарет нету. Ну, его порт. Нет, можно взять, заказать курьером. На. Ебать, тут навалили, блядь, мини-швайцер. Ебать, ты, брат, наешься. Ебать, ты наешься, нахуй, на вот вперед, блядь. Ебать! Ебать, тут навалили, нахуй. Чё, так я сейчас так похаваю. Да. Так что, может, стол подвинем, похаваем? Грязюку. Это просто рис, алло. Там еще должно что быть. Нету ничего, брат. Вот еще один пакет. То может стол пододвинем? Ты хавать будешь с нами? Да, а ты же на камеру не хаваешь. А ты приборы брал, сука? А, есть. Извини. Это что? Это суп твой. Это рамен. Ты рамен не любишь? Я просто хотел бульон. Это имбирь, это мое. А не, это ваши. Я же говорю.
Это какая-то курка. Я же говорю, вот это уже наш. А вот тут просто лист. Это для сушей вам тоже. Нет, это... Мы сидим для сушей. А, понятно. Пацаны, обзор еды. Я помню, когда-то Эвелон... Да. Рамен! Наруто, да так, да так. Вот это, блядь, сука, как он нам пиздит классно. Рома, мы... О, ебать, грязюка! Смотрите, ебать, сколько их, ебаный сыр, блядь. Ебать, грязюка. Ебать, навалило, заряк, наимся. А где палочки? А где? А ты не брал, там надо взять... Да сука, это что они, блядь, не могут сами додуматься, нахуй? Ебать, позлобился, блядь. Согласен, это во Львове так... Именно. Брат, а куда мне соевый соус налить, чтобы макать? Я когда заказывал, то оно... Соевый соус сейчас требует. Да, просто у меня... А у тебя палочек нету, случайно, рандомных? У меня нет. Тогда вилка надо. Блядь, нам что, еду не привезут? Еду? Еду не привезут? Без приборов? Без нихуя, приходится палками есть. Пальцами, точнее. Злой, тебе не привыкать, пох. А индианыч не ест? А что он ест? А ты еще чуть-чуть не сказал мне ничего. Я говорю, будешь что-то? У тебя что, вилку принесли для них или ложку? Вилку. Иди суши с рыбой ешь. Я же сказал, суши ем. А ты съешь суши с рыбой? Да. А ты любишь суши? Ну, лай, вилки, нет. Брат, ну, ты серьезно? А ты когда-то ел суши ложкой? Ты чё, ёбу дал? Это какая суши ложкой? Попробуй, попробуй. Ебать, аристократ, посмотрите на эту ложку. Аристократовская. Пальцами работай. Давай, ебаш роллы свои. Смотри, показывай. Руки кальмуки, нахуй. В смысле? Ты руки мыл? Да. Не пизды? Не, серьёзно. Не, ну тогда бери. Я говорю, руками легко. Три. Оп. Ну, давай. Зой, где ты ещё поешь этот роллы ложкой? Я взял два рамена. Или нет? Бля, я шарили вилок? Нет, давай я помою, брат. Давай помою. Иди помой там. А чё, ложкой тебе неудобно? Мне кажется, ложка удобна. А ты, как, давай я тебе вилку принесу на рамен. Я посмотрю, как ты будешь его ярить. Нормально, Дима. Мне кажется, он мне не понравится. Он какой-то зеленый. Нормально? Брат, да, бери, да, еще. Да, хочешь, да, бери, да, бери еще, брат. А то, что это такое? Что? Это рамен. Вот это рамен. Это гриби. А. Я уже испугался, какой-то чернослив, нахуй. Это гриби. Это гриби. Кто вылку пиздит? Нет. Заебали. Ты вилку пиздил? Нет. Сука, ты... На ложку, брат. Нахуя? Приятного аппетита. Ммм. Ебать смокота, хлопцы, ебать. Я спросил, друг, это мисс Лапшара какая-то, он заказал. Вот там. Что? Слушай, злой, ты уебок. Я уебок! Чел лежит на кровати, и вот ему приезжает Мак с кофе. Я говорю, а ты не спросил, мы хотим, нет. Говорит, ну я забыл. Да уже нахуй надо. Ты мапки спиздил? Да. Мапки я тебе даю нагрю. На, суши похавай со мной. Я не ем суши. Ебать, харчами перебирай, блядь. Кем? В нашей-то час, блядь, харчами перебирай, ебать, вообще ни совести, ни слуху. Рома, ты любишь суши? Ну, редко. Давай, это как раз тот момент. Да я не, я не хочу сейчас. А как ты питаешься, расскажи тятьку. Уже рассказывал. Это грибы? Да, грибы. И как? Нормально. Выглядит, конечно, не особо. Пусть расскажет, говорят, ты пиздишь. Гриби. Что расскажет? Чем ты питаешься? Пацаны же даже не знают, как это ты живешь. Гриби? Это гриби? Да, пацаны. Рома в жизни совсем другой, чем на кадре, я вам говорю. Бля, 14 тысяч челов едят, как... Ой, смотрят, как пацаны кушают. А чё, бля, приятного аппетита всем, да, пацаны? Пацаны, я с вами не кушаю. Я по идее какого-то чисто смотрю, как еду хавают. Какой пиздобол, блядь. Сыграл такой пиздом.
Да. Смакота, ебать. А чё, работяги хавать хотят? Да. А пыль ты даже взял? Пыль ты? У нас есть пыль? Не. Мы всё выпили? Да. Кроме... Нет, соку? Заебись уже. Ты чё ты ломаешься, как сука? Я не хочу! Я уже наелся. Да, уже на кровать мне ничего не поскидывать. На. Бля, я завтра мой самокат приедет. Туда не строй себе тёлку, сука. Я не хочу есть. Правильно, Костич, туда его нахуй. Чтоб не ныл. Может, Twitch FM какой-то включить? Давай, бля. Давай. Включай, бля. Ты его закомпасить. Посмотри, что лучше. Захват экрана? Да, только ничего там нет. Ладно, не спалить. А где он? Вот, Twitch FM. Вон? Бля, Костич на аве. Я? Набирай их. Извиняюсь. Кто-то жужжит здесь. Блять. Я не вставляю шансов, понимаете, мне нет ассиста. Тише, говорят. Я не коцаю, я сразу даю ебало. С авиком, конечно, проблемки до сих пор присутствуют. 50 монет забираю. 50 монет забираю. Что происходит, блядь? Что делаешь? Ебать, трапезничаем. Ну везде, блядь. Громче, что громче, блядь, они троллят? А, кстати, дом-то пустой. Ты чё ржёшь, блядь? Дом не будет. Было нормально, походу. Ебал. Я сделал, пацаны. Ебучий, слушай, кто-то будет, если только не всем. Сука, псин, бля. Я наелся уже. Рома, будешь кушать? Если что цифры знаешь, набирай. Спасибо большое, Илья. Вадя. Вот это поворот. Да. Мишель из головы снять, дядь. Ебаный, блядь, рот. Короче. Блядь, как же я люблю лайф. Лайф это жесть по-английски. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, но в календаре у тебя... На бет CSGO. Так, ластовую, кисочек. О, хорошо, свининка пошла, ебать, нихуя. Бери, брат, бери, брат, бери. Ой, фу, блядь, реально пиздец. Я вот. Вы ты взял, нахуй, я же говорил. Дина, подрочи. Это платная консультация. Ты охуел, шкаля? Я потом расскажу. Я сейчас занят, типа. Все, я пошел работать. Давайте. Ладно, идем дальше. Только зашли в парк. Можно вот это? Бля. Твои пацаны по бурому, это такой пиздец не делали. Я вам говорю. Че? Все нормально? Прям. Опа. У меня на пульт отдал. Андрюха. Андрей. Закрой ебало. Что-то закрыть. Можно чекнуть? Что-то закрой ебало. Закрой ебало. Что это? Он даже мне ничего сказать в ответ не может. Ты долбоёб, Квикантик. Ты берёшь в рот. Извините, а у вас можно материться? Закрой ебало, пожалуйста. Май. Туда нахуй брал. Школьник убрал. Бутылочки. Убрал нахуй просто. Подожди, такси сказал? Нет, он спросил, можно ли материться в такси, и убрал одницу. Что происходит тут, блядь? Дядя, вот это сейчас будет грязюка. Красная. Том Ян. Зло, давайте на каждое слово грязюха будешь что-то делать. Сосать хочу. Ему Валя уже сказал, что ты он сейчас выдавать. Ты что, даже не насосался? Ой, заткнись. Красный пищевик, что такое не делает. Блядь, это какие надо быть конченым, блядь, хуесосом! Сегодня чат без собак оказывается. 5 часов тыркую на этот, блядь, ебаный! Сука, вас в дуйчик этот ебучий дуйчик, блядь! Это шо за насекомое? Блядь, он в розетку не включен!
сучен, блядь! Что за насекомое, блядь? Это жарко, нахуй! Это попаднею, блядь! Это... Ебать! Это бабочка? Это бабочка! Пик-пик, блядь. Бустер, что делаешь? Иди так быстро. Бустер, что ты делаешь? И возьми скинь, блядь. А, сзади! Сзади! Нам пизда! Пиздец! Трогает! Чё самое, самое интересное. Да, блядь, этих насекомых, да хуя тут! Пакеты медиала. А вот, кстати, это какая хуйня, что их, ну... Не чистят, это пиздец полный. Только громовку убирают. Не, что с этой мушкой делать? Не, не то, что не чистят, их суп хуярят. Ну, это типа на изи, я думаю, типа ложечкой будешь. Ну да. А из супа их доставать, пиздец, конечно. Ой, блядь. Ну, понятно. Форсунка, привет. Да, блядь, заебали, блядь. А чё с тобой? Ебанулась? Ну, трусы видели? У нее тупо резко. Злой, набери за доставки, скажи, у меня очень нравится, на самом деле. Вор на злом. Не надо этот клип. В смысле, мы сегодня плавали все вместе вчетвером. Да, блядь, сколько их тут? Она вообще не раскрылась, лол. Мы не плавали. Притузы, так я охуел. Раскрою ее, злой. Одну девчушку. Я сейчас вам скажу, компания. Вы сами догадаетесь, что я хочу. Ой, блядь. Девчонке нашей очень мало лет, зато прекрасно делает минет. Цепится присоской, не отманешь. А мы слышим? Что мы же говорим, что мы... Ох, ебать там делают. Но я... Ебать, что он засоска на самом пути. Да, именно эта девочка по 7. Спасибо за внимание, стол закрыт. Да, пацаны, отсосите. Опа. Это вам. Пацаны, это вам. Смотрите, что там кошечки. Цепляка, блядь. Косточка дарит девочку. Поехал, луня. Спасибо, Сап. Кстати, уже подкатил к тёлочке. Смотри, Инстаграм берёт, смотри, смотри, блядь. Бля, Косточка, красавчик. Бабки, бля, ну навали кринжа. Не-не, я без кринжа. Косточ, ты её сегодня позовёшь гулять? На, они вставили, блядь, я без кринжа, и на следующий клип вот это, нахуй. Пиздец. Косточ! Чё? Ты позовёшь малую гулять сегодня? Да, ну, мы будем вдвоём гулять. Мы все вдвоём, а. Я без кринжа. Братана на воину не меняют, ебать, вот так вот. Чё, нормальный чел? Подошёл. Смотри, мапки брули. Смотри на него. Не снимайте пляжу. Можно, конечно. Она просто посмотрела сторисы и сказала, что я долбоёб. Кулачок. Взял, увидел. Взял. На игнорочек. Обернул, то... Такое бывает в жизни, блядь. Что выебываться? Рестик сводили, время охуенно провели. Смотри, сейчас делаю прикол. Тут еще его ебоны пришли. Извиняюсь. Не стоит печалиться, пацаны. А что было? Блядь, я забыл, что коронавирус сейчас еще отпиздит, но... Козыша, она тебя не достанет. Старайся там. Кусточ, мы тем киеве найдем получше. Где там, сзади? Ребят, я в будку заезжаю, мне похуй. Это за... Я выехал, короче, похуй. Хуйня. Ну че ты уебан, бля, ебан. В амбаре, в амбаре, в амбаре. Ой! Бля, строго, братан! Бля! Мудак, ты где был? Стекло! Ебаное! Ну ты все испортил. Да, ну хуя напомнили, сука. А что, ты заволновался? Я их сон, блядь, накатил. Или я уже забыл, что было заебись. Отдали! Пиздец. Не важно, как ты выглядишь, важно, как ты внутри, блядь. О-о-о. Главное, что... Не важно, как ты выглядишь, не важно, как внутри, главное, чтобы у тебя никто... Блядь! Что это за суп, сука, блядь? Какие-то деревяшки одни, блядь, попадаются. Что это, блядь, за осиный кол, блядь? Ешь, ешь, отмолвись. Перестанусь, ты. Поедание сыра, говорит, мужики, блядь! Ебать, ты писалч, ебаная, блядь, рататуй, блядь! Ты чё, ёбнул? Мага. Окей, я уважаю очень сильно лик этого, Эксайла, поэтому я решил воспользоваться лайфхаком. Лексайла. Я решил воспользоваться лайфхаком и спросил участник, кто мафия. И так как у меня появилась информация, я должен... ПЧ, брат. ПЧ. Как тебе, Роман? Мне понравилось. Хотя я не знаю, какой идеальный в раунде, но я думаю, он идеальный. Так, насадки, я крюк, ребят, все. Крюк нужен. Сейчас. Ого, крюком. Ебаная ты, сука!
Ебать, Костыча на колени поставили, вы видели? Мужики, просто жесть творится. Костыча просто на коленки поставили. Школьник какой-то на коленки поставили. Что за беспредел во Львове творится? Просто какой-то криминал, блядь, пиздец. Человека просто средь бела дня, слышь, поставили на колени, блядь. Пиздец, блядь. Где ты тогда сделал? Но ее не вернуть будет. Да ладно, пофиг. Все так делали у нас во дворе. А, типа... Что такое за загадка? Никто вас так не делал, москвичи не знают жизни вообще. Зачем это? В смысле, это охуенно, блядь, козырек, чтобы был. В смысле, у нас все так вообще каждый пацан. А что так много дыма? Ты не бай тогда. Я очень мало говорю. Ну просто с этой кепкой плохо смотрится. Брат, том-ям есть невозможно. Такой острый. Милашка, давай какой-нибудь фильм посмотрим, если не против. Все будут рады. Фильм посмотрим. Как себе такой? Все, я его нахуй выбрасываю. Ром, я в унитаз вылью. Это пизда, мне сейчас ебало лопнет. Число 3 во второй степени. Заслужил. Че он выбрал? 6. Ой, бля. 5 серверов. Вчера, когда кровавая эту игру 5 играл. Умножаем на 2. Это сколько получается? 5 на 2 это 10, Вован. Да. Не, я просто, я подумал, типа думал, бля, ебать, это число сложное какое-то, нахуй, даже умножать не буду, блядь. Братья. Руби надо тебе помочь. Че, мы найдем сегодня место пиздатое посидим? Как вы думаете? I'm can stop. Ты сдашь его, ты волнуешься? Заебись, ты сдашь нормально. Какое-то говно, а не тест. Я тогда на 8-9 где-то... Ты конченый. А тут пустоты. Раз уехала. В смысле? Два уехала. И вот это уедет, будет снизу положено. В смысле? Она же так уезжает. Какая-то хуйня. А что я не так сделал? Подойди к винтам, подойди. Всем 8 пойдем. Ну, Рому вернемся, пойдем. Может заранее пойти. О, так заебись. Можем пойти где-то калика накуриться, а потом сюда зайти. А? Я тебе говорю, блядь. Позвони мужику, который нам яйцо продал. Ебать смокота, нахуй, пацаны. Такая смокота, пиздец. Что с вебкой? Ты видел тикток на сушину? Все, увиду твоего парня, то хотя бы не КамАЗ. Он мне будет с ним написать, и теперь он мой солдат, он даст мне свою честь. Что значит я устала? Что значит не люблю? Что значит я? Дочка прокурора, моим новым. Давай, брат. Давай, браток. Только не пали, как ее там зовут. Это Рамзон. Ее зовут. А может, еще Twitch FM передать привет, это наше Twitch вернулся, мнение. Twitch FM. Привет, Twitch FM! Twitch. О, спасибо что большое. Какой-то я раз. Он вроде куда-то пропал. Феликс, как ты считаешь, вот что ты хочешь? Я хочу, чтобы меня отъебали. О! Пока Индиан Институт, Аринян кто-то в GTA катает. Кто? Опа. Хороший стрим. А, это Глория, блядь, наверное. Кто? Да, по голосу. Хороший стрим. На сиськи где? А ты не видел? Не. А, я видел. Подруга Лей, наверное. Ой. Андрей, что происходит? Костян. 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 Злой там Оля в мафии всех ебёт. Олю я ебу. Ты чё, сын? Twitch FM, сын, удачи. Чё, злой, схаваешь? Схаваешь, посмотрите. Нихуя, хватит уже в ёбу, за что гулял, блядь. Дай покурю, блядь. Как дела у вас? Давайте просыпаемся, блядь, улыбаемся, мои дорогие. Всё, сел. Нахуй. Убрал, блядь. Убил, убрал кента, нахуй. Убил, нахуй. В смысле? Юра! Ты убил его!
Кого? Лизун. Фонарик просто, понял? А, типа я пишу стою. Там будет держать блок. Ой, нахрен зиба. Че такое? Набрал, смотри. Че такое, блядь? Набрал оборотов. Завтра, если чё, ты установи Яндекс такси и метро, и если чё, типа, я тебя встречу, если там что-то какой-то форс-мажор. Какая же хуйня? Да не, все нормально, я сам справлюсь. Милки Вей? Да, да. Давай, блядь. А, это с орехом я просто... Да не-не, все, да я понял. Не, ну если чё, хорошо. Три братишки идете по пустыне. И тут ядовитый змей кусает хуй братишкина. Отсосешь его хуй, чтобы спасти его. Я бы и без этого. Да, ребята. Давай путь зарядить. В чем проблема-то, я не понимаю. Для этого не нужен укус змея, понимаешь, чтобы отсосать братишки. Провокационный вопрос. То, можно? Возьмите эту зарядку где-то на... Мы команда. А, давай пойдем. Привет, Александр Уайт. Серьезно? Так меня и оставишь? Что? Ну, я все поняла. Ебать, я проводов, братишка. Да я не видел твои руки. Исчезли, блядь. Что было-то? А что это? Ну, что там нужно сделать? Вы готовы? Мы сейчас закажем. Фран, смотрите. Вы вы пропадаете с кадра, вам надо, я не знаю, потом нарезку хотя бы дроп какой-то поставьте, то это будет. Да, давай. Косточки вас спрятался. Блядь, я. Индианоч, короче, под стол лез, я тоже хотел по столу залезть, блядь. Я не понял, что делать потом. Рома, точно суши не будешь? Хавай, суши. Вспомнит соя. Затести суши. Да пиздуйте суши нам. А, стоп, это я Арину? А что, что? Короче, Арина выбрал похоже Путин. А! Я забыл сказать! Либо это смехолёс. Либо колдун иксо. Открывай твое лицо. Это вишенка? А, ебать, не знаю. Жизнь-то совсем другая, правда? Ля-ля-то поля, бля, понял нахуй. Что? Как ты? Не, спасибо, как ты. Вдруг сосед. Опять кто-то въебелся. Ух, ебать, улетел. Нихуя вы! Я не такой момент из машины, нахуй, и все. Ебать, он в ахуе ехал, блядь. Слышь, братуха, нормально все? Это GTA. Спасибо за 300 рублей, Саня. Это кто? Я не знаю. Это Майнкрафт, блядь. Че? Оп. Кто? А, это я сейчас буду трюк делать, бля. Че, все пишут пока. Это Пока, но в нейме был. Пока. Смотри. Пока, пацаны. Я это схватил, блядь, зажёг. Куда? Блядь! Куда? 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 А как это? Что это? Ты решил, блядь, связаться с миром других, блядь, что ли? Ебать, пусть ты на спонтанный очередь на помощь. Нет, можно же вообще не помню. Можешь так делать, пожалуйста? Вадя, я поехал, блядь. Что-то их к этому привело, то есть они не сами? Ну да. Какое-то действие или какие-то слова? Какое-то отравление, нет? Вадя, я еду, блядь, очень быстро, пиздец. А подожди, почему у нас кто-то... Арин! Арина, сука! Арина, блядь! Зайди, сука, в ВРБ ебаный! Дима, в этом помещении где-то есть вода? Что? Вода в смысле бассейн? Блядь, я не помню. Его сейчас убьют! Ой, блядь. Минус индианы. На, нахуй. Его сбило. Все, пизда, его нет. Его нет! Его нет! А где? Я стоял, искал его, блядь. Стоп, пойдем. Стоп. Я боюсь. Где я? Где я и где он, блядь? Все,
У меня такой вопрос один назрел. Что за хуйня? Чтобы это не сказалось в будущем. Мой сон и мой режим точно скажется в будущем, поэтому я очень хочу что-то с этим сделать. Тем более, как ты правильно заметил, у нас солнце под нас никак не синхронизируется. Вообще, абсолютно. Все время поднимается, когда ему нужно. И я планирую что-то сделать. Вот, вот падла, да? Вот падла. Как вот, да почему просто... не под нас, Коля? Почему не под нас? Блять, он нам живет в уверенности. Пиздец, ты что делаешь, нахуй? Такого не было. А что это, монтаж? Мавки. Мавки, а что? Мавки, ты что, блядь? Ты когда закуски не купила? Я это только сейчас увидел, нахуй. Что я после такого не было? Это когда встал конфету и видел его вытирать? Давай. Мужчина возвращается из командировки, звонит двери, может. Такого не было. Жена. Он тут же набрасывается не на нее, а это обвинениями без мнения. Ой, блин, ну что вы сразу-то так не сказали? Ну ладно, давайте так. Боже, пошло, говорим! Не-не-не! Да зачем мага, ну... У меня член, простите. Алло. Нет. Это я звонил? Бля, сейчас бы Twitch FM смотреть, Артур. Ты же, блядь, зашквар ебаный. Ладно, а в этот момент сидел, срал вообще в туалете. Вы пропадаете с кадра, вам надо, я не знаю, вы потом... Потом нарезку хотя бы дроп какой-то поставьте, то... Да, давай. А дроп где, блядь? Да Twitch FM же затупок ебаный. Так момент уже был, не? Это был же момент. Ну где посмотрели, пацаны? Новая пара Твича. Еще раз. Вы готовы? Я скажу привет, кстати. Я, кстати, тут фальстарту. Если будешь ставить нарезку, вставь сюда дроп. Сейчас фальстарт, пацаны, от меня. Бля, ну классно же, классно. Быстро. Ебать. Ебать, блядь. Получилось сейчас? Еще раз дуй, вы появитесь. А не, еще раз дуй, вы появляетесь. Обратно уходи. Я дую еще. Давай, я еще раз дую, вы появляетесь. Да ебать, охуенно. Я считаю три. Сделай дроп. Ебать! Такой он клоун этот, блядь. Как он данил нахуй. Панки хой! Что? Ой, блядь. Ой, сын. Ого! Нихуя себе! Надо начинать. Да, с телефоном так пикселизит. Ой! Ой, блядь! Да, охуенно тебе комнату отклеил поролоном вообще. Блядь, у меня салфетка. Я знаю все про вас. Пятая сосала хуй. Ой. 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 Третья тоже. Третья тоже. Ошибка тут. Это твоя комната. Он про шестую часть, да? На своей руке погадал. Я могу костюм снести. А, ты там игры разъебал. Думаешь? Не-не, я думал, да. Для меня с микрофон. Ну, не микро, а вход. Ты девочки, это когда на этом планете используешь? Нет. Затычка, что ли? Нет, я просто нет. Не знаю. Банальный шарик. Что за ролик? А, мод мудстрим. Это мод мой мудстрим. Бля, охрена я. Банальный шарик. Банальный бусы.
Брон что со стул? Да заебал, блядь, тварь ебаная, блядь. Уроды, блядь. Он его губы накрашены сейчас? Ты не выспался, мы все... Уроды, блядь, ебаные, блядь. Мы сегодня все, блядь, знаешь, такие вот на взводе. Цепь на моей шее, цепь на моей коте. Этот сук сосет у меня за бабки. Осуждаю, осуждаю. Кстати, время на исходе. Да, кстати, 5 часов. Как у тебя в кармане, блядь, что? Наши мамки поднял баланс. Ты дал Рома, это моё, блядь, ебать. Из кармана у него вылезет. Пиздит, блядь, от нет. Это опять по презервативу, сука. Кому-то знаешь повторить? Дата доставки 16. Бля, мой самокат только завтра приедет, сука. Ты делал уже сегодня? Да. Так ты ж, как бы ты его прям с нами поехал? Я бы до вас доехал, где ты его оставил. Как бы ты его оставил? Его бы спиздили, блядь. Он 10 килограмм весь. А, не, сколько лишь. Его бы спиздили, блядь. Я бы не оставил на улице, алло, нет. Чел говорит, приехал на самокате и оставил. Так я не сказал на улице, ну где-то там в заведении бы поставил его, чувак. Я вроде 18, когда я... Башнись. О, вот это хорошее. Выдумай мир, где герой пал. Где герой не должен быть экипирован. Коляр охуел, кстати. Нет, там не будет нас. Нет, там не будет нас. Эй. Выдумай мир, где антигерой пал. Где герой не должен быть экипирован. Там не будет нас, нет, там не будет нас. Что происходит, блядь? Читай так смирно. Эй. Держи, брат, оно наклони. Так, пацаны, убираем. Ну ладно, сейчас досмотрим и убираем. Ебать, ты вертишь пирамиду. Что такое? Печалишься? Ебать, мамки, чё? Я охуею, блядь. Ебать! Мамки, а как? Мамки, а что с ним? Мамки. Мамки. О, как так мило, ебать. Купайся, купайся. Ебать он там. Ебать мило. Коченя. Коченя. Какого хуя у него? Оу, щит. Алло. Алло, блядь, ебать, ебать. Че вы ржете? Ебать. Два уёбка. Ебать, бачвадёра. Коченя плавает. Так я про них вот это на экране. Засыпает. Номер два, Ючка. Дашуля. Получает свою карту. Ух, блядь, залетай, гостянство. Ох, кого она отыграла? Аринян, и в принципе. И роль. Ебать, там растяжечка, нахуй. Засыпаешь. Так, когда там границы откроют? Уф. Почему Ринянин с Львова, пацаны? Чё это? И тут Оля откуда-то. Ммм, сырнички, Хакуна, матата, я буду тебя атата. Хакуна, матата, хакуна, матата. Хакуна, матата, я буду тебя атата. Хакуна, матата. Блин. Опа. Опа. Опа, блядь. В этом кадре вылез. Знаешь, чё, уёбок? Я хотел обратиться к тебе. Если ты будешь так вот обращаться со мной и Санькой, блядь, ты, ты уедешь. Да пошёл нахуй! Очень! Уху, блядь! Пошёл нахуй! Ну чё, папыч? Убирайся, блядь, да. Не, косяши. Папа, ты не будешь. Скольки? Да я забыл у этого, блядь, залить. Вот с 10 чисто поднять для работяг. Да, там по одному там по. Чат, блядь, ну что мне это выбросить? Нет! Шо? Иди нахуй! Подожди, я еще не поехал на выбросить. Там скачай. Нет, заходи там везде, куда надо. Да, Роман, блядь, твой стрим. Нет. Твоя фан. Ну все, ты, смотри, они на камеру не хавают, они быстро попиздавали хавать. На камеру? Не понял. Опа. Опа. Забери, чел. Чего ты, блядь? Это не мое. Чего ты, блядь? Забери. Это твое? Хай будет. Бля, мы такой срач навели, блядь. Резюгу, блядь. Мапки, если ты поднимаешься с одного доллара, я тебе сегодня что-то вкусное куплю. С одного тут, блядь, 10. Тут 10. 10 на 10. А сколько надо поднять? 100. Сотку поднимаешь, мапки? Да. Только ты разделяй. Сейчас разделю, подожди. Можно я одну ебану? Ну, я не знаю, ты у мапки спрашивай. Давай, давай. Мапки, одну ебану. Ты
Смотри, тут было краш. Так, короче, смотрите, промик будет в телеге. Знаете, на сколько рефералов? Все. На 9150. Нихуя себе. Смотри, вам просто по ссылочке надо через... Ссылку модер спамит, вам надо через Steam зарегаться в нее. На 9150 скидываю в этот. Ты куда сел, долбоёб? Я одну ставку сейчас ебану. Ты умеешь ставить? Да, победа. Только 10 долларов еще. Только 10 долларов. Изи. Минут 20 надо крутить. 10 долларов, брат. Все, съебал, блядь. Так, математика. 2,95 поделим на 4. Чего, блядь? Парапури парирам. 1,5 не получится. Получится. Рома, чек-то ты дашь? Все, я поставил? Да. Ну, поставил. Пошла. А ну давай, пошло бабло, блядь, пошла тулёшка. Сейчас насыпет. Опять 2,95 плюс 2,95. Чекаем. Яныч! Ау. Дай пускай поднимет. 1,7. Да не упай, не упай, он сломается. Мопки, блядь. Садись. Я тебе стартовый капитал. Вот так вот освобождается кресло. Акуна, Матата, Папури. На, ты опять поднял. А, да. Так это, блядь, мы сегодня по доллару работаем, пиздец. Это нормальные бабки? На 5 ебаш. Ладно, не сучу, я буду поосторожней. Акуна, Матата, Папури, Пури, Пари, Папа. Проебал. Бабки, больше всего сколько ты поднимал? Проебал. Бабки, на фейле? Бесплатный розыгрыш. На фейле? Да. Не, вообще. Ой. Вообще. Ой. На этом. Я говорю, вообще сколько максимум поднимал? Я всегда фейлил, во. Я всегда фейлил и ничего не поднимал. Я всегда, ну, у меня всегда получалось, у тебя ошибка, типа, фейл от английского. Вот ты говорил, вот сейчас на пятерку и смотри. Пятерка. Не, я поднимал максимум, я донил 13 долларов и поднимал 500 с чем-то. Нихуя это себе. Своих. Акуна, Матата, Папури, Пари, Папа-папа. Типа чат далеко, вы что, жарко? Нахуя вы там сели? Да. Можете сесть ближе? Куда сесть? Алло, оборви. Кто? Дай мне потом. Что? Ну давай, садитесь. Блять, X50. Акуна, Матата, Папури, Пури, Пури, Папа. Блять, убить. Что за боём, блять? О. Пошёл тикток есть, блять? Ты X100 хотя бы раз поднял. Что ты схавал? Апельсиновый сок. Ебать, не люблю такое. Проебал. Big Mac, he's mad. Какой Big Mac, нахуй? На кто, блять? Давай, если поднимаешь, тебе Big Mac покупаю. Суки, стол? 100 бигмагов? Оп, заставить плюс лежать. Люблю. Что значит я устала? Тихо-тихо. Мне уже... Что, блядь? Чё так медленно? Не убило два. 13 долларов. Ну ладно, по чуть-чуть идём. А ты повербанк брал? Так, ты там, блядь, upper bounty не делай. Opportunity. Smoking no gelato. Без бэ, брат. Уф! Bad bitch from Chicago. Можно новый почта комп отправить, нахуй, я его заберу, у меня почта прямо в доме. Поставить компы, чтобы они тут компы стояли. Кому? Кому? Так мы с тебя переедем жить полностью на Киев. Ебать, поворот неожиданный, да? Нет, проем это... Алло, блядь, зайди! Почему? Вы не уживете? Как же, блядь, тяжело постричься, нахуй. А, 10 тысяч людей, то есть не будет. Не, правильно не понимаю? Успеешь. Пизда. Нет, комп переслать, ничего, но просто... Ну и все. Вы не сможете ужиться втроем, у тебя одна комната. И шо, блядь, и шо таке? Нет, вообще... Ты нормальная людина. А ну да, я прям сейчас тебе расщехлю, блядь. Что ты хочешь с ней сделать, скажи мне?
Я сделал себе прическу пиздюка. Ой, я выиграл. Что такое, брат? Что такое? Не смотри, что спамит Рома в чате, там все неправда. Что не пишут? Что пишут? Ты что-то сказал или что? Твич ТВ, мамки? Нет. Я ничего не говорил, нет. Я сказал пиздюка. Это типа я себя сказал, что я пиздюк. Ну, я маленький. А, ну ты маленький? Ну ладно. Маленький. Да, 1.50 Ой, сколько? 1.75 Мне сегодня писали. 8. Бан, метр... ты что номера споил, строго сторис посмотрел. 1.78 1.78 1.78 я. Девочки были в кругу. Акуна, бурури. Что ты уже поднял, братан? Ты там не пизди, давай. Что? Я $15 купил. Лови, брат. О! Минус, а, минус гривня. Взялся, блядь, кармана есть. Минус гривня, похуй. На 2-0. Акуна. Скажи, или свой рост 178, блядь. Или 177, нахуй. Или 188, блядь. С вами решать. Не, мамки такой мини-штрудель. О! Похуй. Рома, денег нету. Нельзя вынить, нельзя вынить. Нельзя. Акуна, матата, папури-пури. Да. Серьезно? Че, да. Интернет не работает, твой выпарить? Ты что, все заулынил? Поднимайте бабло. Тихо-тихо, не рассказывай. Мы тут бабки рубим. Хорош. Я не шучу. Бля, я войти даже. Красава. Сука, у нас уже, блядь. Оп-оп. Ну, мы камбэкнули. На $14, сука. Ух, двоечки не было. Сосать. Люблю, ненавижу. У меня срывают крышу. Че, мы сегодня идем на грязную какую-то, да? Так сколько там уже сабок, блядь? Что? Где сабки? Я люблю, ненавижу. Знаете, что я пою? Люблю, ненавижу, у меня срывают крышу. Пари-пам. Чё? А ну, кто, блядь, знает? Давай, жду. 9. Не-не, пацаны. Если никто не зайдет, то я ухожу. Всё, всем пока. Сколько там надо? Да давайте, 9150, ребята, регайтесь по ссылке через Steam и скидываю промик в телегу. Телега, восклицательный знак, тогда. Если все, то я ухожу, пизду. Ну, карнавал. Ебать вы, пацаны, шарящие хуи. Карнавал, это тиктокерша? Да. А знаете, откуда она спиздила песенку? Я уже сегодня это обсуждал. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a user, I'm a mess. Поняли? Посмотрим. Я не буду тут включать, это опасно, но... Ну, у нее поняли? Она там... Люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. А там I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a... Поняли? Пиздец. Можем опять туда пойти, где мы туда. Я рассекретил, нахуй, всю, блядь, всю ситуацию, блядь. Так что можете подавать на них. Не-не, я другую нашел. Вячеслав. Вячеслав Алёс. Плюс секс, плюс Рома. Ну что это, я не хочу встретить. Чё, возьмем классные фотки. Надо было плюс секс, плюс Паша. Рома на 9 100 тысяч 50. Ну я не думаю, что здесь кальянчик. Ага, то есть так вы заходите, да? Все, я ухожу, короче. Последний шанс. Хотя, блядь, тут занимаюсь, нахуй. Делами, блядь, важными. Смотрите, вот сюда, если заходите, я тут остаюсь. Если кто не хочет меня видеть, заходите. Сколько надо, ребят, чтобы промик получить? Надо 9 150, чтобы я ушел. Или не ушел. Хуй знает. Не ушел. Шлюпка, блядь, едет, плывет. Сука. Проебыч. Сейчас будет крашич и все, я подожду. Мистер Бурури, ты как тут вип? А, я тебе вчера выдал. Да, нормально, Кент. Он 24/7 сидит. У тебя, у меня, у всех. Сейчас два, блядь. Ты откуда такой умный, нахуй, свалился, блядь? Промо скинет в телеграм, и чё лёрц? I'm a hater, I'm a user. Ой, тихо, не пою уже. Пизду. Смотри,
Сколько ты поднял? Очень много. Два доллара? Было бы, наверное. Три. Вот было 10? Да, брат? Ну, уже 13, короче. Все нормально. 25-30 минут будет ехать сигарету. Сигарету ехать? Все, они ездят? Мы бы сходили пешком. Там же пусть едут. Они ездят. Чего бы тебя это надо? Хуя, блядь. Сигареты ездят, пацаны. Рома, ты сам пользуешься ЛСПТ на мемере или нет? ЛСПТ. Мем нет, я не сам делал. У него мемер. Тут, блядь, что это такое? Я не вижу. Сейчас посмотрю сам. Сало нахуй огорчило мапки, блядь. Сука, ставься, блядь. Кто не ставит? Сейчас дам випку кому-то. Да шучу. Опасно. А вдруг меня потом дисквалифицируют. Не переживай, мапки, все нормально будет, блядь, красиво. Я выдаю випку, как короче. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a user, booty, 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 bam. Ну, сука, я не хочу, меня жду крашу, мне похуй, что бы вы ни говорили. Кто-то может поставить? Ты ставишь? Ты ставишь? Давай, мапки, заолынь. Заолынить? Вопросов нет, нахуй. Такое дело мы любим. Погоди, сколько там уже реферал? Ноль. Всех списал, блядь? Пиздец. Давайте, ребята, еще 50 людей по ссылочке регаемся, и я скидываю промик в телегу. Пацаны. Там ссылочка. Там модры спамят, наверное. Модры спамируют жестко. Ладно, это, блядь, желтый ник спамят. Зайдите, ебаный хуй. Либо я ухожу уже через эту ставку, короче, все. После этой ставки я ухожу, если там нет хотя бы 125. Все, давайте, пока. Все, я ушел. Сколько мы дней здесь? Завтра ехать еще, сука. Так он чисто будет вместе. Да, ну как будто неделю здесь. Завтра ехать 4 часа, пацаны, пиздец. А, пиздец 4, блядь, кому-то 8. По возможности. Уходи, все понял. Я ухожу, Рома. Я лыню и ухожу. На 1.5, давай. Не-не, надо краще подождать. Прям на уверенничах. Я люблю поднимать бабло, не приебывать. Треба. Що вам треба? Нам щось треба? Ніщо жди. Понятний хуй, блядь, пацани, я що тупой. Походу, да. Ну, краще не скоро ебню дочь много раз. Що тобі треба? Що вам треба? Так, пол. Что вам треба? А что мапки сейчас не поставил? Там же краш был. Там не было краш, там было синее. 1-2 такой. Не-не, это не краш. Ух, блять. Пацаны, ты... Давай, 43, ребят, еще. Да-да-да. 43. Посмотри, смотрите, как я ставлю, нахуй. Еще с крашей будет. Я вообще кайфую вот таких дел. Нахуя поставил? Забрать. Сосать. Плюс сколько? Плюс. Доллар? Да, нет, какой доллар. 10, 29, 39 центов. Лучше просто. Урвал. Урвал 29 центов. Урвал просто так. Тебя сейчас еще оборую немножечко. Ой. А ну как кто-то заходит? Оба! Нет? Пацаны, надо зайти. Поспам ссылкой, чтобы они просто через стену вышли. Смотри, я как сейчас поспамлю, блядь, так вы ни, ничего не напишите, не успеете. Смотрите. Ебать. Пиздец, это я, блядь. Ух, а, нет, не краш, нахуй. Ама, тихо. Сука, я жду краш, ставлю лын и улетаю. Стоп, а Диджи Про, я где-то видел. Я еще не подключил. Че, еще одно ожидаем, блядь? Мы так в жизни не дождемся.
Не-не, еще одну ставку пропускаем и дальше алым. Сейчас еще краш. Пацаны тут шарящие сидят, я вижу. Бадыщ. Че, сука. Пух. Давай, давай. Прям сейчас хуярющий поебать. На, нахуй. Нормально, нормально, пацаны, едем, хорошо. Еще близко к этому 37. Застрял на кровати и еду. Да, на крысе снизу, блядь. На крысе как вообще трахаться, не дома. Ой, блядь. Как ты же сетапчик приобрел, блядь. I'm a hater, I'm a user, I'm a mess, I'm a loser. Ну давай, был с рынка, блядь. Че, бабла, подымем по хасту. У меня один монитор 60 гигов. Ты на 2 поставил или 1.5? Блядь! Ебать, бабла поднимаются, нахуй. Теперь на 2, блядь. Хотя не, хотя бы опять на 1.5. Я вообще пиздец свой жестко поднимаю. Сука баксов? 19, нахуй. Ты с одного? 10. 10, блин. Промо сейчас будет, блядь, на 27 человек 30. Промо, походу, сейчас будет. Промокод уже в телеге, ребята. Ссылка в чате на телегу. Всем удачи, всем пока. Бадыщ. С вами был, нахуй. Пацаны, блядь, увидимся. Че, ничего надо, ты проебаешь денег. Смотри, какая у него хата охуеть. Чисо. Шо? Нет, не мы. Чисо, не мы. Нихуя ты охуел? Я могу три монитора, блядь. Все, я заложу, блядь. Залетаем к тебе. Пиздос, я на своих стримах, блядь, сижу теперь реже, чем... Тут другой. Опа, промокодик спиздил. Я шучу. Ой, не вижу. Гроу чат, ебать. О, я сейчас найду в Майнере. Так, сейчас по фасту ставочки сделаю. Как это работает? Пиздобол говорил на 9150. Так вы не хотите добивать, хули мне делать? На кого? Промо скинул же в телегу. Мы же завтра едем, да? Пару минут назад. Нави. Нави? Хорошо. Где? На Нави или против Нави? Еще остался тут? Ты собака, тебе надо скинуть? 1200. На Нави. Против кого даже не Нави играют они? Против кого они играют хотя бы? Ну-ка. Мажорных? Это какие, блядь, на лампе больше тебя довезли в Киев? Ну, это такой, знаешь, чел с мотинги, который уверенный такой. Бля, возьми этот трек, прет, пиздец. Почему меня называют старым? Да, ребят. Промо старый, Рома. В смысле промо старый? Вы чё, рофлите? Ой-ой-ой-ой. Чё, да вообще хуй.
В смысле промо старый? Рабочий промокод, алло, блядь, не пиздите. Норм, я успел не пиздить, ну все, не пиздите, давайте, блядь. Пиздят? Ну, пусть нахуй идут сюда. Я тоже успел, ну все. Чтобы забрать свою голду, я достал свою балду. Девчонки понимают, нюха только раз в году. Если у тебя нет денег, это видно. Ки 10, вы че ровки, там 1200 активаций, нахуй. Пиздобол, ты улетаешь, нахуй, чмо ебаный. Ебай, Рома, ты негативный. Ну, какой-то уебищ сидит, выписывает, блядь, чем-то обвиняет, пошел он нахуй. Подарок, 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 подарок. Я пришел на праздник, чтобы радовать татарок. Подарок, 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 подарок. Я тут о ком ты думаешь, когда сидишь на парах. Подарок, 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 подарок. Переставь на фарзово, ха-ха-ха. Каменный напарник, подарок. А похуй. Против СНГ, блядь, и все оставить. Рили не работает, значит вы не успели, все. Боже. Я завязал про микросы. Злой, блядь, успел завязать. Рейд это чипсово. А вот промики на бетку у меня закончились. На бетку сказал, ребята. Надо будет завтра новый попросить. Либо не закончились, либо я сейчас скину вам промики, и вы попробуйте, скажете, или сработали у кого-то. Мне кажется, просто я все уже раздал. Чекайте вот эти промики, скинул вам в чат промики. Чекайте, ли работают. На баннер BestCSGO заходите, вот сюда тыкайте и сюда вводите. У кого-то сработал? Там их 8, еще. Ну, их 8 еще, скорее всего, кто-то успел. Либо, если нет, то тогда уже завтра. Потому что я забыл этот попросить промики. Я не помню, этот старый или нет. Все, давайте, ребят, всем пока. Всем удачи, пацаны! Всем пока! Всем пока! Хули ты уебаешься? Давай, ты тоже улетел нахуй. Бля, я так люблю банить долбоебов, пиздец, в чате. Ой, съебался нахуй. Все, давайте. Давай, бань, давай. А давай. Все, давайте, до завтра. Нахуй вообще.